Если вы любите несложные аппетитные перекусы, обязательно стоит обратить внимание на эту идею приготовления панини, аппетитный сэндвич с мясными деликатесами, сыром и овощами. Хочу обратить ваше внимание на то, что в начинку можно использовать самые разные ингредиенты, которые есть в холодильнике. Жарить панини удобно в бутерброднице или гриле, но подойдет и обычная сковорода, на которую нужно придумать утяжелитель. Обязательно стоит попробовать. 1. Подготовьте маслины, оливки, каперсы, овощи, зелень. 1. Подготовьте маслины, оливки, каперсы, овощи, зелень. 3. Нарежьте тонкими ломтиками мясные деликатесы и сыр. 3. Нарежьте тонкими ломтиками мясные деликатесы и сыр. 5. Сверху выложите сыр. 5. Сверху выложите сыр. 7. Накройте ломтиком хлеба и выложите на разогретый гриль или сковороду. 8. Закройте и жарьте до румяной корочки. 9. Вот такой итальянский панини получился. Приятного аппетита!